Огромное спасибо. Тара Тулемас, Вагамельдит, Сен Нейтус, Идая Лас, Вагахея, Султанун, Сен Европа Отель, Эстия, Султанун, Сен Госпожа. Благодарю, что вы поддержали. Это моя идея, и получилось очень красиво. И Восток и Запад выставка называется. И несмотря, я люблю разных почерков рисовать, и разных техника рисовать, но здесь есть один творческий дух. И моя идея в этом выставке был, чтобы Восток и Запад соединить. Они были вместе культурной и, как сказать, красота. В этом выставке, конечно, несмотря абстракт и символика, я своим цветом, своим колоритом хотел бы, чтобы Восток – это любовь, это мир и дружба соединить с Западом. Надеюсь, вам это очень понравится. И думаю, что очень красиво и интересно получилось. Да, вы все уже знаете меня, что я как с натуры пишу, но иногда хочется свои эмоции, свою любовь показать по-другому чувству, по-другому абстрактном мире, как сказать, это современный. Но всегда вот эта любовь, эта теплота идет, остается в этой картине. Спасибо еще раз, благодарю всем друзьям, что пришли.
Спасибо большое. Спасибо всем.